Доброе утро всем, крепкого здоровья, благополучия. Это YouTube-канал Стороженко Владимир. Если интересно мое мировоззрение, мои перспективы во всех сферах жизни, как я развиваюсь, значит, звоните плюс 7-924-123-24-44. Вот 16 октября, вот мы с Николаевичем переночевали в Приусе. Для себя я понял, Приус классная машина и для леса, и для города, и потаксовать, и с аэропорта кого-то встретить достойно. И даже мы вот за шишками приехали на Приусе. Вот. Переночевали вот так. Дождик был под утро. Хорошо, Николаевич вчера все убрал. Вот так на переднее сиденье. А я со своим 1,87 м. 1,87 м. Это шикарно уместился. Вот вытянул ножки вот так в салоне. Багажник и задняя сидуха. Сейчас вот дольем бензинчика, потому что зарядили, работал подогрев до 5 утра. Вот такой костерок. Я, Николаевич, тебя не снимаю. Вот такой костерок. Вчера вот больше километров в сопку поднялись, 20 шишек нашли. Ну, шикарные там просторы, кедра много, но пустой, без шишки. Вот, просушиваем одежду, потому что припотели. Вот так у нас плов и сало трех сортов хранится. Вот так, в ключе по старым. Я по первому образованию техник-пчеловод. Вот так видел пчеловоды, охотники. Изюбра завалят или кабанчика. И вот так в ключе хранят продукты питания. Так. Вот Николаевич, вот так чаек делает. Сейчас мы на сковородочку это сальцо здесь в доступе у нас трех видов. Вот так Ирина Борисовна плов по пакетикам уже фасует. И потом на сковородочку вот так от тещи любимой помидорки. Ну, может, кому-то пригодится. Вот так прорезаешь вот такую трехуголочку, и нормально. Вон продукты питания. Кружечку рекомендую железную приобрести, больше пол-литра входит. Это вот на горелочку мы поставим. Водичка у нас в доступе. Термосок это мне Александр Николаевич подарил за то, что я гулял по просторам Сихотолина в 2014 году. Больше чем 700 километров по карте мы прошли. Ну, потом как-нибудь будем с вами пить чаек около костра. Все у нас там, бублики, сгущенка, все. Вот, БАДы компании Full Life Research, вот, которые вернули меня к суставам. Ну, там баночки. Баночки вот такие. Это компания Full Life Research, производственный цех 4 Life, декабрь 2015, январь 2015 года. Вот посмотрите в Ютубе. Вот такие баночки, ладно, доставать не буду. Да, ну понятно, как баночки любых БАДов. Мы же разные БАДы пьем. Кто там сибирское здоровье, кто Амвей, да? Это белковый коктейль, дважды гидролизованный сывороточно-протеиновый пептидный коктейль. Смотрите мой YouTube-канал Стороженко Владимир, там много всего. Или сайт 4life.dv.ru, 4life.com. Вот так, Prius, номера прикрыли. Это Николаевич сегодня проверил снасти. Вот, поймал, получается, бычок и вьюн. Вон в той речечке. Ну все. Вон удочки у нас. Вон Николаевич умывается. Вот такая речушка. Ну, машины туда проходят дальше. Ну, мы и так вот, вот таких 8 или 9 речек проехали. Потом поговорю. Вот тут сушим одежду вчера от трудового пота. Вот такие сопки. Здесь был я в 2014 году. Вот туда мы ходили больше километра. И туда километра, наверное, 2 прошли. Вот, по 20 шишечек собрали. Так что это, место проверили. Будет урожайные года, сюда можно ездить и нужно ездить. Потому что в 2014 году мы здесь взяли 240 мешков впятером. Ну, наверное, за 2 недели, а может, за неделю там. Ну все, вот такой пикничок, как обещал, вещаю.
Хоть и дождик прошел, костер у нас все горит. Ну, любой мужчина знает, как в лесу в дождь развести костер. Все, помогай Бог. Кому интересно наше мировоззрение, мое мировоззрение. Плюс 7-924-123-24-44. Староженко Владимир. Вот видите, я уже очкарик, 54 года. Также наш иммунитет, он вроде как есть, но он очкарик, не видит вирусы, бактерии, грибы, онкологические клетки. Поэтому надо употреблять БАДы для иммунитета, чтобы иммунитет был компетентный и сам наводил там порядочек. Во всех там сбоях там, от А до Я. Короче, это надо все от первого вздоха до последнего выдоха. Короче, это еще и просто благодарность людям, что есть что дать, поделиться. Потому что вот как собираемся, мы вот провожали людей в последний путь, когда уже узкой компанией остались, ну и все про болячки. У каждого есть болячки, не без этого все мы смертные, поэтому, чтобы продлить жизнь там на 10 лет, на 15, на 20, на 30, ну, как говорят, надо исключить алкоголь, там, стрессы, курение, там, плюс БАДы, плюс физкультура, да, плюс позитивный настрой ко всему. Ну вот, не все ж получается, поэтому куда ж без стрессов? Задачи надо решать, нюансов куча везде, поэтому надо себе помогать БАДами. Оно будет полегче организму. Вот, не на китайской же лапше. Ну все, помогай Бог. Рад быть вам полезен. Смотрите мой YouTube-канал Староженко Владимир. Вот костерок обалденный.